Добрый день, друзья. Давайте прогуляемся по Ялтинскому зоопарку «Сказка». Чем хорош этот зоопарк? Здесь климат более мягкий, более теплый, чем в Белогорске. И здесь больше экзотических животных. И вообще разнообразие животных в Ялтинском зоопарке «Сказка», конечно же, поражает. Так же, как и его окрестности. Настолько они живописные, что многие посетители, приходя в зоопарк, восторгаются не только вот этими вот прекрасными жителями зоопарка, но и окружающей природой, потому что она здесь действительно великолепна. И, конечно же, интересно то, что в этом зоопарке огромная насыщенность не только представителей фауны, но и флоры. За растениями Олег Зубков выезжал во многие страны Европы, и некоторые растения сюда завозились даже из Японии. Поэтому, я же говорю, помимо прекрасных животных, здесь стоит прогуляться именно даже ради местной флоры, которая просто-напросто очень шикарная и разнообразная. И вот здесь, как и в парке Львов-Тайган, есть верблюды, многие другие виды, которые периодически можно заметить, что перемещаются из одного зоопарка в другой. Это делается специально, чтобы обновить кровь или по каким-то другим причинам. Поэтому это тоже один из плюсов, что у Олега Зубкова два больших зоопарка и есть такая вот возможность делать ротацию животных, что очень, конечно, полезно и для зоопарка, и для самих животных. Что ж, друзья, надеюсь, эта небольшая экскурсия вам была интересна и приятна. Всем мира и добра. Пока-пока.